Все ингредиенты будущих блюд аккуратно нарезаны и ждут своего часа. Перед тем, как приступить к работе, школьникам нужно надеть фартуки и убрать волосы под специальные шапочки. Правила техники безопасности соблюдены, и через считанные минуты воспитанники лагеря «Искорка» начнут знакомиться с профессией повара. Если ты думаешь, что ты сделаешь все хорошо и ты постараешься, то, конечно же, у тебя все получится очень хорошо. А если ты будешь на обум все делать, то есть раскладывать ветчину или сыр, или грибы, или какие-нибудь другие ингредиенты, то у тебя ничего не получится. Ребята разделились на 4 команды, и совсем скоро, благодаря совместным усилиям, обычное сырое тесто превратится во вкусную пиццу. Для того, чтобы тесто не прилипало к скалке, повара советуют посыпать его мукой и раскатывать до тонкого слоя. Таким образом, готовая пицца будет нежнее и вкуснее. Легкими движениями руки мы на нашем холсте по имени пицца вырисуем вот такими вот мазками. Пицца с ветчиной и грибами отправилась в духовой шкаф, и на очереди у юных поваров не менее вкусное блюдо. Десерт «Графские развалины» готовится быстро и не требует особой подготовки. В создании кондитерских шедевров каждый может проявить фантазию и полет творческой мысли. Однако Илья Муругов считает, что лучшие кулинарные шедевры создаются в компании единомышленников. Потому что мы каждый самостоятельно все делаем, а когда мы делали пиццу, мы все в команде, то есть каждый выполнял отдельную часть, и было намного проще. Безе, крем из вареной сгущенки, шоколадный сироп и тертый грецкий орех. Вкусное лакомство получается даже у тех, кто впервые пробует себя в роли кондитера. Под чутким руководством профессиональных поваров у ребят получились не только вкусные, но и красивые десерты. У нас есть особые друзья, которые в этом году приняли решение сделать этот мастер-класс благотворительным. Это Олег Сидорук, Павел Харитонов. Вообще для нас это было совершенно неожиданное предложение. Нам сказали: принесите только фартуки и чепчики. Все остальное – это наше. Спасибо! Дарья Цапарыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».